Похоже, что забастовка дальнобойщиков так и закончится. Уже мало кто бастует. А чтобы много кто не бастовал, на площади одного из городов большую площадку, где бастуют дальнобойщики, чуть-чуть отсыпали. Смотрим. Ну что, страна, я не буду комментировать, в общем, все комментарии будут. Че? Бастуйте из-за чего? Скажите, ребята. Из-за чего? Да. Из-за того, чтобы жить было легче, за то, чтобы не платить кому-то какие-то деньги, ребята. Кому мы должны платить? Серьезно, за наши дороги, за которые нам достались там от дедов, прадедов, с которых их строили. Мы за них уже по 30 лет платим все налоги, и мы сейчас опять должны кому-то платить. Это глупость, это абсурд. Полнейший абсурд, ребят. И тем еще представителям власти, которые не во власти, и те, которые силовых структур. Вы задумайтесь. Да, это Катя. В кого вы идете? Вы защищаете частную собственность. Мы граждане России, которые платят вам налоги. И за эти, от этих налогов вы получаете зарплату. Вы за наши деньги. За наши деньги. И за наши деньги вы нас гробите, на наши семьи наезжаете, на всех. Это разве реально? Это вы подумайте, просто вы сами сядьте и подумайте своей головой, куда вы лезете. А вот так бастующие дальнобойщики относятся к тем, кто не бастует. Езжаю и говорю, подхожу, говорю, что ж ты едешь? А как не ехать? Я 27 числа бастовал, я говорю, так мы стоим до сих пор. Ему сказать нечего, дедина, блин. Два метра роста, вот такой в плечах, я перед ним дитё. А ему сказать, ему стыдно, понимаете? Ему сказать нечего. Едем, мы стоим, ребята, все стоим. Надо так это победно. Показываю еще раз, вот Вольво, вот. Мало вас, надо больше. Ну, ребята, ну, приезжайте, кто может. Че, уж сколько можно призывать? Бегаем здесь, сымаем тут все это. Подписывайся на канал, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Дальше будет только интереснее.